Сергей Собянин в понедельник поздравил с профессиональным праздником столичных воспитателей. Мэр Москвы посетил новый детский сад, который был построен по индивидуальному проекту в районе Соколиная гора. Там же прошла встреча Сергея Собянина с молодыми педагогами, призерами чемпионата World Skills. Репортаж Натальи Тарасовой. Давай, ставь здесь. Получилось? Давай еще большие найдем с тобой. Диана сразу находит контакт с ребенком. Чувствуется мастерство и заинтересованность. Девушка учится на третьем курсе в педагогическом колледже и уже умеет организовывать интересные занятия и игры. Диана это доказала, завоевав для Москвы первую медаль в своей дисциплине на национальном чемпионате World Skills. Все участники достаточно были подготовлены, и соревноваться между сильными участниками было на самом деле очень сложно. По результатам общекомандного зачета второй год абсолютным чемпионом становится московская сборная. Будущих воспитателей поздравил мэр столицы. Девчата, вам отдельное спасибо, что выбрали такую сложную профессию. И так достойно уже перед даже учебой представляете город Москву на соревнованиях World Skills. Побеждаете. Представляю, насколько это сложно. Эта встреча прошла в новом здании детского сада на востоке столицы. Он построен по индивидуальному проекту. Всего здесь 9 групп, каждая в отдельном блоке со своей игровой, спальней, раздевалкой и буфетом. Приобретая квартиру, ориентировались на этот сад. И, конечно, очень ждем открытия. Вот два ребеночка у меня. Очень понравился яркий сад. Много оборудования интересного. Вообще решение очень интересное. Вот это вот свободное пространство для игр. В детском саду будут работать психолог и логопед. Есть помещение для развивающих занятий и спорта. А в универсальном зале можно заниматься музыкой, хореографией и ставить спектакли. Занавес, декорации, интерактивный экран с проектором позволит выводить панорамы на экран, чтобы ребятам было интереснее исполнять роли. Как отметил мэр Москвы, главное в детских садах – это особая добрая атмосфера, которую создают работники. Детские сады посещают почти 500 000 московских детишек, это целая страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день, заботятся о них. И в Москве каждый год строится большое количество новых детских садов. За последние годы построено больше 300. Новый сад на улице Вольной откроется в ноябре. В будущем будет возможность организовать в здании первые классы начальной школы. Наталья Тарасова, Илья Ушаков, Константин Степанов-Молодов, Александр Званцев. ТВ-центр.